Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня проблема, скорее она психологическая, даже не знаю, что делать. Мне в детстве нагадали, что я выйду замуж за моряка, хотя многие говорят, что детям нельзя гадать. Но и так я его и не встретила. До этого мне нравились моряки и все, что с ними связано. Сейчас я живу с другим человеком, если у меня у нас не будущее, или стоит ждать какого-то моряка. Вы знаете, на самом деле я, честно говоря, вот думал отвечать на этот вопрос или нет, потому что вроде бы вы пишете, что проблема психологическая вроде бы, да, пишете. Вот. Но в чем она психологическая, вот, я, честно говоря, увидеть не смог. Потому что вы спрашиваете о том, вот, стоит ли ждать и так далее. А ну, психологи-то в этом смысле вам вряд ли ответят на это, потому что, ну, для этого есть соответствующий раздел, да, вот, например, на сайте LifeExpert есть соответствующий раздел. Ну вот, и я, честно говоря, вот не знаю в данном случае, как можно вам здесь ответить. Значит, ну давайте, наверное, начнем сначала противоречий. Попробуем, по крайней мере, начать противоречить. И вы говорите о том, что детям гадать нельзя. При этом вы говорите, что вам погадали. Вот. Если вы считаете, что детям гадать нельзя, но вам погадали, не является ли вот, ну, то гадание, да, по логике, ну, скажем, недействительным, например. То есть я вот не знаю, я просто в данном случае просто задаю вопросы, вот, я ни к чему не призываю, и вот, я ничего не хочу сказать, я просто вот спрашиваю. Если вы говорите, что детям гадать нельзя, да, а вам, получается, погадали, вот, то, ну, лично у меня, лично, вот, первая мысль, ну, вот такая, что, ну гадание является, ну, недействительным. Вот. Гадание является, ну, неверным, некорректным, например. Вот. Это первое. Второе. Вы говорите, что вам нравятся моряки. Да? Вот. Значит, опять же, нет никакой уверенности у меня в этом. Это просто рабочая гипотеза сейчас, но вот когда вы говорите, что вам нравятся моряки, да, не связано ли это с тем, вот, то, что вам нравятся моряки, что вам погадали как раз, что у вас должен быть мужчина моряк. Вот. То есть, ну, вот. Я, конечно, там, не требую от вас какого-то согласия, но просто вот очень получается интересное совпадение, когда вы говорите о том, что вам нравятся моряки, да? С одной стороны.
И в то же время выясняется, что вам погадали, что у вас вот, будет моряк на счет. Вот. То есть, как минимум, это вызывает определенные вопросы, как минимум это дает повод, на мой взгляд, задуматься здесь, вот, и посмотреть на природу, а именно на природу, вот, вашей симпатии вот, к морякам. Вот. То есть, почему именно моряк, для меня остается загадкой, почему именно моряк. Чем моряки выделяются среди мужчин, ну, среди других мужчин, да. Могу вас заверить, что речь ни в коем случае не идет о принижении мореплавателей, о профессии мореплавателя. Вот. Ни в коем случае об этом речь не идет. Профессия мореплавателя, как и любая профессия, является, как бы, важной, нужной, значимой, вот, но просто бросается в данном случае в глаза то, что вы выделяете, как будто бы вы именно выделяете профессию мореплавателя, да, вот. На фоне мужчин. То есть, как будто бы выделяет это. И, естественно, хочется это уточнить. Следующий момент. Вы говорите о том, что сейчас вы уже живете, значит, с другим мужчиной, да, вот, вы говорите об этом. Мой вопрос заключается в том, что если вы сейчас живете с другим мужчиной, то, хочется верить, что как-то вы не случайно оказались с ним в отношениях. Вот. То есть, что вы как-то, выбрали его, мужчину, я имею в виду, да? Что вы испытываете к, к мужчине, да? Чувства. Какие-то чувства вы к мужчине испытываете. Что у вас есть что-то общее с мужчиной. Вот. Опять же, вот, хочется верить, что у вас это общее. Хочется верить, что у вас это общее с мужчиной есть. Понимаете? Вот. Я это все к чему говорю, да? Я это все говорю к тому, что ваш вопрос, он, на мой взгляд, попросту обесценивает выбор, ваш выбор.
партнер. То есть говорит, ваш вопрос, да, свидетельствует о том, что вы не уважаете свой выбор, что вы неуважительно относитесь к своему выбору, что вы готовы от него отказаться, от своего выбора, от своего решения, которое вы приняли с тем, чтобы находиться в отношениях с человеком. Вот. Понимаете, в чем проблема? И это выдает, как мне кажется, такую проблематику. И такую проблематику неуверенности в себе, обесценивания себя, да? И ставит нас перед вопросом, а зачем вам вообще мужчина? То есть на что вы нацелены в своем стремлении к мужчине в первую очередь? Именно вот что на первом месте, как вы видите мужчину? И не видите ли вы мужчину случайно вот как-то вот в таком интересном контексте, например, допустим, да, что он там, к примеру, должен вас там, ну опять же, например, должен вас просто защищать от чего-то, должен вам что-то дать, вот, и так далее. То есть это вот, к сожалению, это, на мой взгляд, те вопросы, на которые очень важно обратить, значит, внимание. А если мы хотим в вашей ситуации разобраться, понимаете, да, да. А вот как-то так, я думаю. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.